Фишки-решки, с вами Лекс, и мы сегодня продолжаем играть с вами в Friday Night Funkin', и это опять-таки мод Flippy, Flip It Out. Это все не просто так, ребят, потому что этот мод модернизирован. Это мод на мод, который дает возможность посмотреть на Flippy и на все, то, что происходит в HD. Я так понимаю, так должно это работать. Посмотрим, что это такое себя представляет. Всем приятного просмотра и погнали! У тебя есть целых 3 секунды, чтобы поставить лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях целых 4 слова, связанных с этим видео, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Так, ребят, у нас, разумеется, сейчас будет та же самая миссия. Мы это уже с вами проходили, ничего здесь, в принципе, не изменилось. Изменилась только визуальная часть. Так, press escape to ignore. Escape to ignore. Смотри, нифига себе, у нас даже вот эта менюшка, она офигенно выглядит. Как, я не знаю, аниме стиль какой-то. HD. Почему-то последнее время HD это считается аниме стиль какой-то, я не знаю почему. Давай Story Mode нажимаем. Посмотрим, что здесь вообще у нас будет происходить. Будем проходить флиппи на харде, а его на олде и нету, да? Только хард либо хард. Ну давай. Хард тогда. Из харда и харда я выбираю хард. Насколько он будет силен и крут, я не знаю. А что-то он не изменился же? Или он не изменяется? Опачки. Я все понял, ребят, в чем прикол. И вы сейчас все это поймете после того, как мы пройдем вот этот уровень. Просто прикол в том, то, что здесь заменяется определенный только момент в этом моде. То есть он сам остался, в принципе, точно такой же. Только один его режим, один из конечных режимов, отличается, разумеется. Мы должны до тут дойти, чтобы посмотреть, на что же он будет похож. Насколько он будет круто изменен. На самом деле он выглядит прикольно. На том режиме, и я надеюсь, вам тоже понравится. Если будут какие-то такие же моды выходить, вы можете, в принципе, мне писать. У меня ВКонтакте личка всегда открыта. Если какой-то HD-мод, либо еще какой-нибудь интересный мод будет выходить, можно написать мне сразу же в личку. Если мне он реально понравится, я буду записывать, извините его. Почему бы и нет? Па-п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 а. Мы тогда играли на сложности Old, и мы не прошли до конца. Я не знаю, отличается ли сложность норм. Ой, хард, точнее, какая-то, да, хард была. А вот сложности Old. По-моему, не особо. Но ведь за это мы и узнаем. Сможем ли здесь пройти? Видишь, внизу написано хард. По крайней мере, здесь так написано, окей. Ну мы уже тебя слышали, ну ты чё, Flippy? Можешь нам ничего не говорить, просто погнали дальше. Ну я не знаю, это видимо просто начальная версия HD мода. Потому что в данный момент я понимаю то, что не все изменено. А HD полное, да, это скорее всего полностью изменение всего мода. А не только в определенных сценах одного персонажа. Ну ничего страшного. Посмотрим заодно хотя бы сейчас на этого Flippy еще раз. И плюс к этому увидим уже модернизированного его в этом конце. Если что, ребята, вышло несколько еще новых модов по Happy Tree Friend. Поэтому если вам нравится Happy Tree Friend в FNF, то дайте мне об этом знать, напишите в комментариях, ждете ли вы от меня еще моды по Happy Tree Friend. И если это будет много комментариев, если действительно это будет интересно вам, то мы попробуем все это посмотрим и оценим новые моды по Happy Tree Friend. Там, разумеется, не только Flippy уже есть, там все остальные персонажи, которые встречались там в мультсериале. Ой-ой-ой, жесткая, ой-ой-ой, жесткая. Ну слушай. Страшно, страшно, вырубай, Flippy, ну. Давай уже, начинай, надоел. Это жесткая музыка пугать. Ну, мы поняли, давай. Жесткий, жесткий, сразу видно. Ну да, реально тяжело.
Хоть я и по сути сейчас спамлю. Это реально сложный трек. При том, что есть всего 5 треков, если что, ребят. Это, наверное, один из самых таких долгих модов из всех, которые я играл. Вот это реально прикольно. То есть зачастую делают максимум 3 песни в моде. То есть здесь вот сделали полностью полную историю этого персонажа. Ой, а что так тяжело? Найс. Блин, слушай, такое ощущение, что не пройду. Жесть, это так тяжело-то, остановись. Я мимо всего попадаю. Даже на харде. Ой, я живой. Тихо. Жестко. Живы? Просто 73 промаха. Всего-то. Действительно, очень легко все идет. Но, согласитесь, это довольно-таки все равно просто, потому что здесь опять-таки есть тот самый элемент, который все используют. Это спам. Без спама здесь было бы нереально вообще все это пройти. Ой. Так он точно такой же остался, разве нет? Он же не меняется. В чем прикол? Он же стоит сейчас этим. Неужели мы должны были просто через другой режим это просмотреть? Ну ладно, сейчас посмотрим это. Уже решим дальше, что там будет. Ну он жесткий. Жесть какая-то. Ой-ой-ой. У меня ощущение, что я не пройду, ребят. Найс. Но это еще только начало, вот самое жесткое. Оно мне не засчитывается вообще ничего. Оно просто исчезает куда-то. Ой, я живой. Ой, я не живой. Я не живой. Ну, странно то, что у нас ничего не изменилось. Действительно странно. То есть он, получается, не изменяется вообще, наверное, здесь? А где он изменяется тогда? Максимально странно. Может быть, мы все-таки сможем пройти этот уровень? В прошлый раз мы издались. Так. Нифига себе, там трек какой жесткий. А слышали, кто-то орет? Это может быть звуки того, как орет Флиппи в момент, когда он сходит с ума. Так, ну чё, жара пошла? Ой. Сейчас будет все равно мясо. Сейчас будет все равно мясо. Мяснее, чем было все, что нам показывали до этого. Я готов, наверное. Сейчас такая пауза специальная, чтобы ты подумал, что все. Ну ничего подобного.
Ничего подобного, просто пипец. Ты закончишься, нет, Флиппи? Может, хватит меня терроризировать? Ну это вроде все. То есть на харде это реально проходимо. Если что, я со второго раза, да, прошел. Если вы помните, мы проходили этот же режим на олде, там был еще режим олд. Мы не смогли пройти, я тогда сдался. А кто ты такой, говорит? А, что здесь произошло? А, дерьмо. Я опять налажал, да? Я опять сошел с ума, короче. Снова. А? Да кто ты такой-то? Бибуп. Бойфренд? А, прости, что... так выгляжу перед тобой. Я вижу, у тебя микрофон. Ты хочешь что-нибудь спеть? Давай, споем вместе или что? Бэп? Еп. Бэп, еп, буп, бип. Ну что, начали, давай, погнали. 3, 2, 1, go. Что он будет там петь, интересно? У него сейчас будет расслабляющий трек. А где HD-то? Я так и не понял, что HD, в каком месте здесь HD? Понять бы. HD пропало куда-то. Найс. У меня был тогда выбор между хардом и олдом, ребят. Там было только два режима таких. Я выбрал олд, думал, ну типа, наверное, что-то поинтереснее будет. Как видишь, оказалось то, что олд это ничего-то непроходимое, а хард это проходимое. Потому что на харде здесь явно очки быстрее набираются. Найс. Видите, он все уничтожил. Этих счастливых древесных друзей всех, которые радовались и отдыхали. Ну все легко и просто, на самом деле. Довольно-таки простой мод. Но опять-таки он прост и интересен тем, что он использует систему спама. То есть ты понимаешь, что даже сам разработчик понимает то, что все используют спам. И он сразу такой, хоп, используйте спам. Только вам сейчас придется немножко потяжелее его использовать, в отличие от других модов. Это реально прикольно. Ну как же долго он там поет? То он успокаивается так после всего того, что он сделал? Ну прикольно. Теперь мы, видишь, уже не враждуем друг с другом. Единственные, кто остались живых. И все нормально. Ой. Ну такие дела. Только понять бы, в чем здесь прикол именно нового этого. Unflip it out, flip it out. Вот они, 5 песен. Но я так и не увидел, где риски. А вот и тот самый Флиппи HD, ребят. Короче, я так понял, там он не присоединяется к основному моду. Это что такое за импостер? Это что такое? Зачем мне здесь импостер? Давай посмотрим, что здесь вообще такое из себя представляет. Да, реально, реально, это Флиппи HD-шный. И это все, хи-хи-хи. Ты друг или враг? Не имеет значения, я убью тебя все равно. Без разницы. Хоть ты друг, хоть ты враг, ха-ха-ха. Ну выглядит прикольно.
Только это, к сожалению, не рескин полный, да? Да, это не полный рескин, к сожалению. Флиппи. Ну он офигенно сделан, вообще круто. Блин, нифига себе они его запарили, сделали. Ой, я не попал. А если ошибки, кстати, здесь нет спама. Если ошибки засчитывает. А если невидимые стрелочки, то наполовину прозрачные прилетают, вы заметили? А жопа какая! Ты посмотри, что происходит. А как это проходить? Нормально. Там что-то, кстати, написано. Sorry, I can't come to camping. Короче, я не могу еще прийти на пикник. Понять бы для чего. Я не могу дальше прочитать. Потому что там все эти телесные друзья остались дома. Но я чувствую, что не пройду, ребят. Реально сложный уровень. Здесь нет спама, я прошу заметить это. Нам приходится самому хардить, так скажем. Здесь нету еще уровня сложности. Ну все, видишь. И буквально один момент, когда там много стрелочек идет друг за другом. И я все, я уже не могу нажать это все. Найс. Но мне кажется, все равно что-то будет сложное. Ой-ой. Живы пока еще, я не знаю, каким образом. Кое-как выживаем, ребят. Не-не-не, это конец. Сейчас будет жопа. У меня почему-то даже некоторые стрелочки не засчитывают. Я вроде бы нажимаю, а у меня просто ноль к моей шкале вообще прибавляется. Просто ноль. То есть нажимать можно, не нажимать. И спама нету еще, как назло. То есть если в основном режиме даже есть спам, а здесь нету. Как жить? Как жить, объясните. Короче, очень прикольно мод выглядит. Я надеюсь, что выйдет Full Week когда-нибудь. 3, 2, 1, go. Который мы увидим и будем уже полностью проходить заново. Заново этого флиппи. Я думал, видишь, это на полный мод, оказывается, это просто вот такой вот... На демку, оказывается, есть такая вот небольшая модификация. У него рация прикольно светится. И нож вообще офигительно крутится, офигенная анимация ножа. Так что, надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте лайк, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться в паблик ВКонтакте, ссылки в описании канала. Все-таки я прошел за это видео... полностью то, что не проходил тогда с этим флиппи. Я не ожидал на самом деле то, что мы его полностью пройдем, но мы прошли. Это опять-таки, повторяю, было пройдено на харде, а не на олде. На олде это было бы непроходимо. Так, всем спасибо за просмотр. Это была игра Five Nights at Funkin'. И всем добра.